Катя – куклу, Маша – домик, Сережа – вот эту машинку. Подарки, что называется, собирали всем миром. Волонтеры благотворительной акции «Подарите детям Рождество» не один день провели в торговых центрах Оренбурга, предлагая посетителям на мгновение превратиться в волшебников и осуществить заветные мечты малышей, которые, к сожалению, Новый год и Рождество встретили без мам и пап. У всех разная была реакция, но самая большая была реакция, это когда они восхищенно ложили эти подарки в нашу коробку и с радостью уходили. Да, да, мы еще придем. Много подарков было, очень много восхищений. 5 лет назад, когда стартовала благотворительная акция, малыши этого санатория были ее единственными участниками. Тогда волонтеры смогли порадовать лишь 96 ребят. Сегодня же в мешке у Деда Мороза 500 подарков. Часть останется здесь, часть отправится в другие социальные учреждения, где малыши также старательно выводили в своих письмах, что бы они хотели получить от Деда Мороза. Дети просили разные вещи с каждым годом, разнообразнее все заявки детей. Начиная от говорящих кукол, кошечек, собак, заканчивая PSP. Но есть и очень простые, очень трогательные подарки, когда ребенок хочет книгу сказок, например, какую-нибудь, или он хочет кубики. У тебя какое самое-самое заветное желание? Куколка. У тебя? У меня машина. Куколку и коляску. Дети не могли дождаться, когда же начнется самое главное действо. И когда оно началось, никто не смог усидеть на месте. Ты хотел машину? Хотел? Каждый может стать Дедом Морозом и подарить ребенку мечту. Ведь то, что для взрослого всего лишь игрушка, для малыша – заветная мечта, исполнение которой заставит его улыбнуться и не раз. Татьяна Кошелка, Семен Воробьев. Новости дня.